Друзья, передо мной очень интересная статуэтка из Индонезии. Вот такой вот символизм в ней, переплетенные фигуры, мужская и женская, вот, вырезаны из единого куска дерева. Вот, тем не менее, подобрано так дерево, что женская фигура вот больше светлая, мужская больше темная, такой вот инь-янь деревянный. Вот, дерево хорошо отполировано, протонировано, покрыто каким-то составом, такое как воскообразным, ну, очень приятное на ощупь. Какое это дерево именно, какая порода, сказать сложно. Наверное, шишам, то есть там много таких пород, в которых черт ногу сломит. В общем-то, разобраться в них сложно, тем не менее, видно, что дерево очень фактурное, очень интересная у него структура. Вот, и, в общем-то, сразу понятно, что это дерево экзотичное. Ну и еще раз хочу обратить внимание ваше на символизм этой статуэтки. Может быть приятным подарок супружеской паре или паре влюбленных на какой-то праздник или юбилей. Спасибо.